Всем привет, дорогие друзья! Не хотел сегодня снимать видео, потому что никакого желания не было. Потерпел крах. Свинка опоросилась. Вот ее послед. Вот. И мертвые поросята. Но увидав, что у меня не 116 подписчиков, а 118 за последние 2 дня стало, как-то стало приятно, что вы меня поддерживаете. Видимо, кому-то нужны мои видео, и я решил записать. Спасибо, что вы со мной. Подписывайтесь, ставьте лайки. Вам не трудно, а мне приятно. Так. Два. Задавленный свиньей поросенок. И три. Задавленный свиньей поросенок. Да, зрелище не эстетичное. Но я предупреждал о том, что мои видео весьма натуралистичны. Я показываю всю романтику деревенской жизни. Вчера на работе завернули меня. На контрольном пункте температура 37,2. В соответствии с приказом внутренним отправили меня. Вот еще один поросенок. Отправили меня домой отлеживаться. Чувствовал я себя нехорошо. Вот. И не проследил за свинкой. Думал, сама справится без моей помощи не первый раз. Но как результат, вот то, что мы имеем. 4 поросеночка, задавленные мамкой прямо в гнезде. Это фиаско. Это крах. Так вот в деревне. Один раз пустишь на самотек что-то в хозяйстве и получишь убыток. Уф. 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 А вот оставшиеся в живых 4 товарища. А вот Машкины. Вот свинья ругается на меня. И лучше ее не бесить. Иначе лишусь того, что еще есть. Пойдем отсюда. На этом прощаюсь с вами. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комменты. Спасибо, что вы со мной. Всем пока.